3 напряженных дня инженерного интенсива остались позади. А впереди всех участников ждали круглые столы на различные темы. Вечера под звездным небом, музыка и демонстрация того, что было создано в рамках инженерного интенсива. Что такое Робономика 2018 и что мы вообще здесь сделали за одну неделю? Во-первых, мы собрали инженеров. Во-вторых, мы сами для себя поставили задачи поэкспериментировать вместе в сообществе. Понимаете, та задача, которую мы решаем, она утыкается в децентрализованные технологии. А базис которой является сеть. Сеть множества равных друг другу узлов. И многие эксперименты, которые нам необходимо ставить, требуют участия множества людей. Гости и участники обсуждали проблемы, связанные с построением умного города, а в частности вопросы экологии, взаимодействия с властью, права роботов и интеграцию робототехники в искусство. Опыт, который за эту неделю мы получили, мы строили децентрализованные сети, которые раскалывались, они превращались в две топологии звезды. Мы видели проблемы, которые возникали у пользователей с точки зрения подключения к децентрализованным, обмена сообщениями. И показали в первый раз, наверное, многим, что без доступа в интернет, имея даже ноутбук и находясь в одном помещении, большинство из нас даже не умеет пользоваться технологиями, чтобы друг другу отправить сообщение. На панельных дискуссиях и воркшопах специалисты делились опытом и рассказывали о тенденциях в областях цифровой собственности в умных городах и преимуществах DAO, как новой и продуктивной модели организаций будущего. Мы попробовали поднять свой локальный чейн, попробовали подключить роботов к нему. И все это делалось ради одной задачи – посмотреть, может ли умный город жить автономно с использованием децентрализованных технологий, которые уже сегодня есть. Ну, соответственно, мы это попробовали, и честно, вывод скажу такой, что, наверное, в этом году нет. То есть эти технологии интересны, ими можно заниматься, и это огромное направление для деятельности инженеров.